Холод в Европе задержится еще как минимум на неделю. Таковы предсказания метеорологов. В белорусских прогнозах пасмурная погода, мокрый снег, метель, дождь и температура воздуха ниже нуля. Это значит, что смену гардероба пока следует отложить. Не стоит спешить перебываться и водителям. На дорогах ожидается гололедица. На дворе середина марта, а по ощущениям, как дождливый ноябрь и первый снег. Но не стоит отчаиваться. Уже со следующей недели весна вступит в законные права и осветит промерзшую землю своими солнечными лучами. Синоптики обещают до плюс 11. Нулевая видимость, отмененные рейсы и мини-каникулы для школьников. Песчаная буря в Китае натворила дел. В результате сильного ветра, пыли и песка затруднено движение, а небоскребы в центре столицы исчезли из виду. Благодаря высадке деревьев и кустарников снизилась разрушительная сила воздействия шторма на другие части государства. Тем временем на западе США зимний шторм Ксилия отменил более 2000 авиарейсов и закрыл основные автомагистрали. Местами намело более 30 сантиметров снега, в результате чего образовались большие заносы, аварии и пробки на дорогах. Десятки тысяч людей оказались без электричества. Больше других пострадали штаты Колорадо, Вайоминг, Небраска и Аризона. Завтра небо над Бобруйском затянут облака. Ожидается пасмурная погода, метель и мокрый снег. Ветер северный с порывами до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 1, днем плюс 3. 19-го местами кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах слабые туманы и гололед, на дорогах гололедится. Ветер северной четверти 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 1, минус 6. Днем минус 1, плюс 4. Такую же погоду за окном синоптики обещают и в выходные. С уикендом на свежем воздухе пока стоит повременить. Виктория Поливко, Максим Галионко, Бобруйск 360.